Это станция Обор. Такой был скат рынок. Станция такая нищенская. Вот мы вышли с метро на Оборе. Переходим дорогу. Угу. Вот начинается рынок. Здесь вот. Пойду гляну, что там. И здесь. Там книгами торгуются ныне. Ну, пошел туда рынок. Я потом туда пойду. Сейчас иду сюда. Это несколько домиков книгами торгуют. Так, а там вот домики в шахматы играют. Пока нету никого. Это еще рано я приехал, домики закрыты. Причем эта дорожка идет к рынку. Ну, как обычно, перед рынком торгуют всякой всячиной. Вином. Вот. Я на стене. Сейчас здесь мой комиссар, бей. Сейчас захожу в рынок, буду снимать. Да.
Я много думал, что есть вот работа, когда я просто думал, что это. Сейчас я пусть ему на час, а я Thank you.
5 de grămadă de țelină, 5 lei?
să iau și... Так, а вот забегаловка, где пьют вино и кушают шашлык. Это фруктовый отдел. Фруктово-овощной. Thank you.
что-то есть. Так, это я вышел с овощного отдела, и еще снег лежит, и двигаюсь. Какой-то рынок. Заминаю, как раз. Thank you.
что мурил. Это детский садик для собак. Люди приходят на рынок и сдают собак в такую вольеры типа. Ну, некоторые гуляют там с ними, а некоторые оставляют на кого-то. Поскольку в Бухаресте очень любят собак. Ну и сдают их. По рынку не ходить с собакой. Разные породы. Все породистые. Ну понятно вообще.